Сегодня в «Жемчужине» состоялось официальное открытие территории красоты и фестиваля народных мастеров России. К слову, это одна из 500 выставок, которые выставочная компания «Соуд» провела за 25 лет успешной работы. Организаторы уверены, о моде, красоте и здоровье необходимо говорить именно на курорте. А выставка моды и стиля, бьюти, инноваций, ювелирных изделий как раз выступает индикатором современных тенденций. Сама же продукция строго от производителя. Здесь ключевое слово «производители» и российские производители. Или белорусские, производители из Италии, фестиваль народных мастеров и художников России. Именно те изделия, которые делает сам мастер, они наиболее ценны, они не повторяются и еще сохраняют тепло рук мастера. Я вас жду в гранд-отеле «Жемчужина» с 15 по 18 июня на территории нашей красоты, на территории нашего стиля, хорошего настроения и открытия летнего сезона. С трубкой мира, а еще с изделиями из натуральных материалов, сделанными своими руками, приехали и мастерицы из Горного Алтая. Купить с рук мастера – это дорогого стоит. Мы привезли для вас вот такие обережки. Например, вот это наш конь. Он обозначает, что если он у вас будет, вы всегда будете на коне, то есть удачи вы будете. В этом году мероприятие проходит в формате профессиональной площадки, которая объединяет основные сектора индустрии красоты. Сегодня же для посетителей прошел модный показ итальянских и российских дизайнеров. Компания «Фернандо» презентовала непревзойденную летнюю коллекцию, а московская компания «Русская красавица» продемонстрировала роскошные, как отметили посетители, наряды из струящихся тканей с цветочными мотивами. Здесь же на территории красоты выставочные компании «Соуд», не теряющие своей актуальности, елецкое и вологодское кружево, кубачинские ювелирные изделия, украшения для дома. А некоторые товары и услуги на выставке можно и протестировать. Сами же производители готовы к сотрудничеству. Большинство из участников заинтересованы вывести свою продукцию на местный рынок. Посетители же ежедневно ждут розыгрыши призов. Инга Габейша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.